Колхозы в Узбекистане дорогое удовольствие. Это мне писали такое. Вот. Есть такая группа в Телеграм, необходимо, чтобы ваш сайт там появился. Ну, наверное, есть, но я ничего этого не умею, никуда не полезу. Лучше, если кто-то бы, ну, эта группа бы ко мне обратилась. Давайте там что-то, материалы какие-то разместим. Вот. А еще, кстати, я таких случаях я помню, кому-то говорят, кто-то говорит, да нет, крупные эти сайты и каналы требуют платить. Хотите размещать, пожалуйста, сгоните монету, мы разместим. А я всегда удивлялся, а что тогда люди могут? У них же нет ничего, кроме из интернета же все эти страшные советы. А новых советов-то нет. А я должен платить. То есть меня отговорили даже обращаться в такие группы. А кто-то из вас, вот кто-то из вас, да, предлагает. Еще одно мне прислали письмо. Цены на плоды узбекские вызывают шок. Цена килограмма сравнима со стоимостью 5 килограмм свежего мяса. Так, если свежее мясо рублей 400, 2000, да? Черешню сейчас продают по 4500 за килограмм. Вы в прошлом году с 300 рублей начинали. Начинать-то не знаю, со скольки начинали, но вот в данный момент 4500 в Красноярске цена на черешню. Ну, вы богатые, конечно. У нас по 300. Нет, она в конце может быть 300 стоить, когда она уже... Ну да, она, нет, ну я больше... В начале сезона-то она дорогая. Больше 350 не видел. Хорошо, смотрите, что получается. Вот. Это просто информация к размышлению. Надо иметь свои абрикосы. Раз. Супермаркеты... указывают цену на свежий абрикос за 100 грамм. Именно так и делается. Вот так. То есть стоит чашечка, написано 350 и мелким шрифтом 100 грамм. А на кассе оказывается 3500 вот за килограмм. Вот. А это специально потом. 3500, да. Вот. Теперь уже... Ну, это просто... Я уже не буду это цитировать. Кому надо, прочтут, сделают выводы. Вот. США... 3 раза дешевле, чем в Узбекистане. Это просто информационное размышление. Надо увеличить сезон абрикоса. Оказывается, в Центральной Азии можно было бы сделать 8-9 месяцев, вот так, как в Америке. А они, оказывается, всего это действительно не вечно, они портятся. Так, в Южной Европе сезон 9 месяцев. Ну, а нам что, нам, мы рады один месяц, так, мы сибиряки, но мы месяц рады. У нас как начинается в конце июля, так в конце августа мы заканчиваем сезон, нам не до жира. Так, по их мнению, внедрять инновационную технологию в процессе производства. Я хотел, я выступил, так, меня и позвали туда, чтобы я рассказал, как только я начал рассказывать. Что наука себя это самое ограничивает тем, что производит новые сорта, и тут же их уничтожает. Получается, никаких иммуносортов нет и не получается, потому что дерево не дает вырасти даже. Вот. Ну, за это и пнули. Вот. И главное, вот это я с этим ехал, вы понимаете, мне почему обидно. Вот. Никто дорогу не оплачивал, я приехал вот это сказать. Вот это вот. И даже это мне не дали сказать. Ученическая смерть. Как можно калечить деревья и считать, что моросекс повышается? Это даже направлено на то, что гора это. Москва, это север. Москва, абрикосы, черешни, персики, сладкие груши, крупноплодные сливы. Это все. Южное, оно практически до Москвы дошло, раз уничтожили. Я не понимаю вот это. Зачем они улучшают?